марте этого года была принята резолюция ООН о том, что в Казахстане не соблюдаются права человека. И был выдвинут целый ряд моментов, которые правительство Республики Казахстан должно изменить и поправить. Так, в 8-м пункте этой резолюции говорится о том, что организация ДВК не является террористической. В резолюции говорится о том, что правительство Республики Казахстан должно положить конец всем репрессиям, преследованиям активистов, которые поддерживают организацию ДВК. В этой же резолюции ДВК названа мирной оппозиционной структурой. О том, что это экстремистская организация, не говорит ни одна страна мира, ни один законодательный акт, ни одно постановление. Все понимают, что в Республике Казахстан оппозиция находится в опале, и что организация ДВК – это мирная оппозиционная политическая структура. В этой же резолюции говорится, что Республика Казахстан занимает 143 место из 167 стран по отношению к демократии в стране. Вдумайтесь! Это последние 20 мест. Я думаю, что только это должно сподвигнуть всех, кто слушает нас сейчас, говорить о том, что демократии в Республике Казахстан нет, что за свои права нужно бороться. И для того, чтобы наша борьба была более успешной, вы должны знать свои права. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.